Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. Скоро 8 марта. Если вы хотите получить хороший подарок, мои дорогие девочки, то нужно и мальчикам сделать тоже классный подарок. И я каждый раз в преддверии праздника ломаю голову, что подарить, ну что можно подарить, носки, трусы, галстук, рубашку. Как-то все банально, хочется чего-то необычного. И недавно мы с Мишей смотрели фильм «Марсианин», и там есть момент, когда главный герой, он такой заросший весь, он бреется, делает себе классную прическу, и у него такая классная штука. Я говорю: «Миша, это что? Триммер, классный триммер». Я говорю: «Я знаю, что я тебе подарю, потому что у Миши есть борода, и Миша выбрал вот такой себе подарок. Фирма Дайкман Бардхар, очень крутой триммер, и можно формировать бороду, стричь волосы, делать контур, классную окантовку, волосы на теле, в носу, в ушах, то есть там столько насадок. Сейчас все вам подробненько покажу. В комплект входит 11 насадок, сам триммер, очень удобный в руке. У этого триммера самый быстрый мотор, который обеспечивает мгновенные результаты, мощный двигатель, он не нагревается и не шумит даже при интенсивной эксплуатации, включается нажатием одной кнопки, раз, вторая скорость, выключается, а на дисплее сразу мы видим, сколько времени еще до конца работы аккумулятора. Самозатачивающиеся титано-керамические лезвия, они не ржавеют и поэтому предотвращают появление раздражения на коже. Легко сменить насадку, просто так нажимаем, снимаем и также потом аккуратно, ой, боюсь, оп, и закрыли. Гарантия 2 года, и очень удобно брать с собой в путешествие, потому что заряд держит 1,5 часа и заряжается 1,5 часа. Зарядить можно как от обычной розетки, так от ноутбука, компьютера. Давайте посмотрим, какие здесь есть насадки. Очень классные насадки. Я, конечно, не знаю, какая из них для чего предназначена, но здесь есть триммер для бороды, грумер для тела, триммер для волос, 5 направляющих гребней, вот таких вот разной высоты. Это, кстати, еще не все. Тут шкатулочка с сюрпризом. Оп. Здесь есть еще как раз зарядник, переходнички, отдельная подставка, куда все можно аккуратно, красиво разложить, масло, чтобы все смазать, далее щеточка почистить волосы. Смотрите, какая она интересная, с двух сторон такая упругая щетина. Даже есть расческа, очень удобная. И что самое классное, после того как вы попользовались триммером, его можно абсолютно спокойно полностью помыть, потому что он влагозащищенный. Удалили все волосики, все отмыли, тряпочкой протерли, и вот вам классный такой друг, помощник, чтобы мужчина всегда выглядел классно, эффектно. И в инструкции можно как раз и посмотреть, как его использовать, какие насадки для чего предназначены, как правильно пользоваться. Я думаю, что это классный подарок, по крайней мере Миша в восторге. И гарантия 2 года. Подарок получился очень даже классный, а я вам буду благодарна, если в комментариях под видео вы напишите, какие вы придумали подарки своим мужчинам. Интересно почитать, идеи будем на следующие праздники использовать. А я вас всех поздравляю с наступающим 23 февраля и 8 марта. Кстати, ссылочку оставлю на всякий случай под этим видео. Посмотрите, может быть, вам тоже такой подарок приглянулся. Всего доброго, пока-пока!